Полиция задержала секретаря сельсовета Затоки Одесской области. Его подозревают в организации преступной группировки и заказе убийства правозащитника. Об этом сообщила глава нацполиции Хатя Деканаидзе. По ее словам, в поселке долгое время работала преступная группировка. Она захватывала прибрежные земли и занималась заказом убийств. Мы вели оперативно-следственную работу вместе с Генеральной прокуратурой. Несколько недель тому назад мы задержали двоих киллеров, которые реально хотели вот убить человека. Задержали посредника, но и вот сегодня с утра мы задержали уже заказчика, который является, как бы, давайте так скажем, должностным лицом, секретарем сельсовета Затоки. Отмечу, что преступление удалось раскрыть благодаря заявителю, которого пытались убить за обнародование информации о земельных махинациях.